Бременские музыканты. Ну и где зерно? Ушевеливайтесь, черт вас побери! Время – деньги, понятно? Вот террас. Что? Что такое? Всего один мешок. Когда же я управлюсь с работой, черт возьми? Мастер, наш серый уже стар. Он не может нести больше. Ерунда. В следующий раз принесите два мешка. А еще лучше три, понятно? Ничего, Серый, я тебе помогу. Ну, пошел. Я сказал три мешка. Один, два, три. Три! Но, мастер, он не может поднять столько. Нет, может. Возьми дубину и покажи ему, что слово здесь закон. Иди уже. Ну, давай. Тащи сюда кошку, мерзкая тварь. Почему мыши тут Ты верно служил мельнику, друг мой. Был бы скверной наградой отлупить тебя за это. Ступай лучше своим путем, Серый. Больше я для тебя и вправду не могу сделать. Прощай. И что теперь со мной будет? Без стойла? И без корма? Эй, чего ты тут каркаешь? Разве не видишь, как тяжело мне на сердце? Я не каркаю, а пою. Это называется пением? Ха-ха, я могу делать это лучше. Вот послушай. Реви сколько хочешь, из зверя никогда не выйдет музыканта. Это мы еще посмотрим. Тем более, что я буду петь не хуже кукушки, да еще в большом городе, в Бремени. Старый осел хорошо поет. В Бремени он далеко пойдет. Жить лучше скоро буду я. Жить лучше скоро буду я. Thank you.
А теперь быстро сматываемся. Эй, растяпа, собачий ты сын, спишь как сурок, а твоего хозяина средь лунной ночи бессовестно воруют. Вон из конуры, ты лодырь. Давай, живо за грабителями, порви их клочья. И не возвращайся без моего дорогого плаща. Ну, шел! Шевелись уже! Побыстрее, ленивая псина! Эх, ну чего уж там, никудышный я пес. Ого, а там что-то лежит. Должно быть плащ моего хозяина. Эй, в чем дело? Ты зачем тянешь меня за уши? Они и без того длинные. О, пардон. Я просто подумал, что ты — это дорогой плащ моего хозяина, который я... Ну, расскажи уже, что за беда приключилась с этим плащом? Разбойники его украли. А без плаща мне никак нельзя возвращаться. А кусать их одним единственным зубом... Вот, гляди. И впрямь плохи дела. Знаешь что? Идем-ка со мной в Бремен. Будешь уличным музыкантом, как и я. Я? Музыкантом? С моим хриплым гав-гав? Не гав-гав. Ты должен подойти к этому как настоящий артист. Гав-гав. Ну, ладно. И старый пес хорошо поет. Вместе со слом далеко пойдет. Вау-вау! Ведь мы друг за друга всегда. Ведь мы друг за друга всегда. Бесполезный пожиратель сливок. Ну все, ты попался. Проворонил мышь. Вон отсюда. Второй раз повторять не буду. Даже не надейся. А ну, хватит. Может, поладите друг с другом? В это тяжелое время нам нужно держаться вместе. Эй, кот, твои дела ведь тоже плохи, иначе почему ты здесь? В моем возрасте уже не погоняешься за ловкими мышками, потому я теперь бездомный. Такой же бездомный, как и мы. Пошли с нами в Бремен. Мы могли бы стать филармоническим хором. Ты ведь поешь с такой охотой. Особенно по ночам. Не-не, вот так. Стой! Стой! Кому говорю? Остановись!
Как ни бегай и не увертывайся, все равно попадешь в горшок. Иди, иди сюда, иди. Будешь хорошим бульончиком. Ой, помогите мне, друзья, не то выйдем без головы и перьев. Тихо, приятель, положись на нас. О, любимый мой петушок, останься, ты не так меня понял. Ах, как чудесно мы поем, с пеньем таким далеко пойдем. Ведь мы друг за друга всегда. Ведь мы друг за друга всегда. До времени 6 часов ходу. Это далеко? Достаточно далеко для моих старых лап. И если мы очень скоро не будем там, то на мой голос можете не рассчитывать. Мир оказался гораздо больше, чем я думал. Заночуем тут, в лесу. Согласны? По-моему, это правильно. Эй, я тебе кто? Коврик для ног? Друзья, впереди земля. То есть я хотел сказать, впереди свет. Думается мне, там кто-то живет. А если там кто-то живет, то найдется что пожевать. Например, хорошая косточка. И что ты будешь делать с костью? Ты точно сломаешь свой последний зуб. Сейчас ты его почувствуешь. Хватит ссориться. Мы должны узнать, кто там живет. Наверняка хорошие люди. Знаете что? Пойду-ка я погляжу. Энни, Мэнни, слон, ты вышел вон. Вон? Кто я, атаман? Так не пойдет. Так не может быть. Так не бывает. Никогда! Нет, так и есть, ты вышел. Ну ладно, раз вы так считаете, то я никогда больше не буду с вами играть, ладно? Ну вот опять. Каждый раз одно и то же. Ну хорошо, ты снова в игре. А, ну тогда... Эй, ты проснись! Твой ход! Шесть очков. Вот так. Гляди внимательней, балбес. Давай не жалуйся, принеси мне молока. Всегда я. А ты, толстяк, притащи мне кусок колбасы. И поторапливайтесь, не то я вам задам. Ну, наконец-то, справились. Играем дальше. Осторожнее, ты сломаешь себе палец. Раз, два, три. И... Раз, и... Шесть! Ну и что там, Шерри?
Ничего особенного, трое мужчин сидят за столом, играют и сердятся. Почему? Не знаю. Если там есть чего поесть, то это уже особенное. Мишечка молока для меня. Все, что вы только пожелаете. Если бы вы знали, как у меня урчит желудок. Я бы тоже чего-нибудь охотно поклевал. Ах, ну как же нам это сделать? Попрошайничать я не люблю. А как насчет того, чтобы спеть чудесную песенку? Ну, тогда они нас поблагодарят. И, конечно, пригласят нас поужинать. Друзья, хорошо спел, почти поел, не правда ли? Но меня должны видеть, когда я пою. Меня обязательно тоже, не говоря уже про меня. Нет, друзья, так ничего не выйдет. Да, становитесь друг на друга у меня на спине. Попрошу поосторожнее, я ведь не из дерева. Итак, я стою тихо, теперь ты. Следующий, пожалуйста. Ну вот, там наверху, держитесь. Осторожней. Друзья, начинаем. Пойте красиво и громко. Стойте, стойте, стойте! Меня возьмите! Ведь мы друг за друга. Эти господа убежали. Кто бы мог подумать, что им не понравится такая прекрасная музыка. Жалко, жалко. Не каждый великий артист бывает сразу признан. А вот я проголодался, это уж точно. А можно ли вот так запросто угощаться, если нас никто не приглашал? Нет. Да можно, даже нужно. Если мой старый нос меня не подходит, то это тот самый дорогой плащ, что я должен был искать. Готов поспорить, что эти мешки здесь с нашей мельницы. Только поглядите! Анастасия, моя любимая курочка, как же ты изменилась! Так значит, здесь разбойничье логово, и мы... Прогнали их, ага. Хотя в основном это я их прогонял. Если дела таковы, и разбойники далеко... То мы останемся сегодня здесь! И у нас будет настоящая крыша над головой. А не шпеть ли нам по этому поводу? Раз, два, три, четыре. Четверо нас, мы хор прекрасный. Даже разбойникам это ясно. Ведь мы друг за друга всегда. Ведь мы друг за друга всегда. Это было жуткое чудище. У меня все поджилки трясутся. Оно все еще там? А я знаю. Вот ты сходишь и посмотришь. Я? Нет. Почему я? Нет, не я.
тогда посчитаемся, кто из нас пойдет. Внимание! Эня, Меня, Слон и... Я первый раз вышел вон. Эня, Меня, Слон и... Ты вышел вон. Да, я вышел вон. Пойдет толстяк. Нет, вы не можете так поступить. Я боюсь. А тогда мы больше не будем играть с тобой в «Разбойник, не сердись». Никогда. Ну, если так, то я должен идти. Ох, да. Я не боюсь. Совсем не боюсь. Я же, в конце концов, лихой разбойник. Даже в темноте. Ага. В печке еще есть угли. Что это было? Я пошел обратно. Помогите! Боже мой! Ну что, великий герой, говори же! Слушайте. Иду это я тихонько по нашему дому. И что я вижу? Ничего. Повсюду тихо и темно. Ну, разбойник, думаю я, зажги-ка свет. Вдруг из печки как выскочит страшная ведьма, как завещит, как оцарапает мой прекрасный нос. А возле двери лежит чудище. Хотел мне ногу откусить, а снаружи чудо-юдо лесное. Дубиной меня стукнуло, чуть хребет не сломало. А потом полицейский как закричит. Здесь разбойники! Держи их! Вот зуб чудовища. Он застрял у меня в ляжке. Ничто на свете не заставит меня туда вернуться. Ничто, клянусь. Сам черт там засел. Я вам так скажу, у меня мурашки от страха. Тогда пошли найдем какой-нибудь другой лес, да поскорее. Солнышко снова тут! Ой, ну и ночь. Она мне стоила последнего зуба. О, гляди. И что теперь делать? Теперь ни один разбойник больше не покажется. Мы остаемся здесь. Ура! Мы здесь за стареньким забором. Знать не желаем про невзгоды. Ведь мы друг за друга всегда. Ведь мы друг за друга всегда.